Эмиграция становится сегодня все более частым явлением. Переезд в другую страну – это серьезное изменение в жизни, которое сопровождается гаммой чувств. Вы взволнованы открытием новой главы в своей жизни и понимаете, что все будет скоро по-другому, и вас ждут сотни возможностей и открытий. Сегодня мы расскажем о некоторых причинах, по которым люди меняют свое место жительства и делают свой выбор в пользу Европы. Иногда на месте текущего проживания вы достигаете максимума и упираетесь в потолок своего карьерного развития, а в Европе этих возможностей гораздо больше. Сюда же можно отнести и совершенствование иностранного языка или познание новых сфер в рамках своей профессии. Вы расширяете свои горизонты и креативность. Желание уехать в Европу, где более высокое качество жизни и большие финансовые возможности – одна из важнейших причин переезда тысячи людей. Не секрет, что жизнь в тех же европейских странах даст вам широкие возможности и свободу в перемещениях по Европе и не только. Стоимость билетов зачастую гораздо ниже, расстояние короче и транспортных структур больше. К сожалению, уровень преступности не везде низкий. В некоторых уголках нашей планеты он высок и пугает, заставляя искать более защищенное место для жизни и вас, и ваших детей. Законопослушность у европейцев выражается не только в том, чтобы не совершать тяжких преступлений, а в том, чтобы соблюдать законы и предписания. Они направлены на обеспечение комфортной жизни и самого человека, и его окружающих. Можно начать создавать новую реальность в другом городе. Иногда приходит понимание, что нужно что-то менять в жизни. Причин этому может быть много. Может надоест работа, которой вы занимаетесь, могут быть неприятные люди, с которыми приходится иметь дело. А может случиться и такое, что место, в котором вы живете, приносит вам болезненные воспоминания. То отъезд может быть действительно полезным. Получить диплом, который будет котироваться на высоком уровне, можно только в учебных заведениях стран Европы. У студента открывается масса возможностей продолжить учебу в другом европейском вузе, вести научную деятельность и исследования на современном оборудовании. А еще европейский диплом – это отличный фундамент для вашей успешной карьеры. С подобной проблемой, как ухудшение здоровья, сталкиваются не только пожилые, но и дети. Когда вопрос стоит о самочувствии, человек просто вынужден переезжать туда, где он может регулярно и без трудностей пользоваться современным, высококачественным медицинским обслуживанием. Ценностями европейцев являются уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенство и уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. В Европе общество отлично уживается с людьми разных религий, цвета кожи, ориентаций и взглядов на жизнь. В это понятие можно отнести и воспитанность, и образованность, и менталитет. Это общие правила приличия интеллигентных людей, дружелюбие и готовность всегда прийти на помощь свойственны европейцам. И многие эмигранты едут в Европу не только за заработком, сколько за общей атмосферой расслабленности и позитивного настроя. Европа вдохновляет. Микс самых разных талантов. Вот что делает этот континент по-настоящему креативным. Старые мастера и современное искусство, футуристическая архитектура и фахверки, модный дизайн и роскошные фестивали. Здесь есть все, что может удовлетворить самые взыскательные вкусы. Еще одна категория людей, которые уезжают из своей страны, это те, кого в ней родной не признали. Поэты, писатели, деятели искусства, новаторы в различных областях, люди талантливые, жаждущие признания. Не найдя плацдарма для реализации своих идей и своего таланта, они осознанно покидают пределы своей страны. В вашей жизни бывают этапы, когда вам нужно проверить свои способности, и в этом нет ничего плохого. Выйти из зоны комфорта полезно, если глубоко внутри себя вы знаете, что пришло время изменить и поменять страну проживания, нет лучшего времени, чтобы сделать это прямо сейчас. Вот, друзья, общие аспекты того, почему люди стремятся эмигрировать из страны своего проживания в Европу на постоянное место жительства для реализации своих целей и желаний. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.